20 июня в 9:03 утра в поселке Барки в частном жилом доме по улице Зеленая, 9, произошел пожар. В результате возгорания погиб мужчина 1964 года рождения. Общая площадь 5 квадратных метров. Пострадали также личные вещи, пол и бытовая техника. Пожар ликвидирован через 10 минут после прибытия на место сил спецслужбы пожаротушения и в аварийно-спасательных работ областного департамента по чрезвычайным ситуациям. Причина – неосторожное обращение с огнем. После опроса соседей известно, что мужчина очень часто находился в алкогольном опьянении, а также в 2009 году состоял на учете в наркологическом диспансере села Благовещенка Жамбылского района. По прибытию было установлено, что с окна жилого дома идет сильное задымление. После проведения разведки было установлено, у входа в жилого дома было обнаружено тело, не подавающие признаки жизни. Непотушенная сигарета, разведение костров, оставление электрических приборов без присмотра, неисправность электропроводки приводит к несчастному летальному исходу.